Площадь Сан-Марко в Венеции снова ушла под воду, но знаменитую базилику не затопило. Ее защитили новые бетонные барьеры. Сейчас уровень воды поднялся только на метр. Этого недостаточно, чтобы активировать защитную систему мобильных шлюзов. Без новых заграждений на площади Сан-Марко вода проникла бы и в базилику. 3 года назад она уже и так серьезно пострадала от наводнения. Тогда уровень воды достиг 187 сантиметров. Больше было только в 66-м – 194 сантиметра. В городе проложили временные пешеходные дорожки. Так туристы могут гулять, не замочив ног. Правда, некоторые предпочитают надевать резиновые сапоги и самостоятельно выбирать маршрут. Наводнения в Венеции – привычное дело. Их вызывают сезонные подъемы воды в Венецианской лагуне, дельте реки По и Северной Адриатике. Раньше эти природные явления были благоприятными, поскольку уносили сточные воды из городских каналов. Теперь же вода поднимается выше, и наводнения участились. Если раньше они происходили 9 раз в году, то теперь 90-100 раз. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.